Ну что ж, финальный бой. Погнали. Итак, значит, ты действительно пришла? Другая я. Значит, ты все-таки была жива. А ты сильна? Или живуча, правильно будет. Да нет, я исчезла один раз. Однако негативная энергия из игровой индустрии воскресила меня. Воскресила тебя? Что ты имеешь в виду? Вы просто кучка идиотов. Вы могли меня просто убить или уничтожить печать. Но как вы знаете, печать, которая запечатана Узуме, она достаточно уникальна. Даже сейчас ее подсознание собирает все негативные эмоции из всего мира. Независимо от того, сколько раз вы будете очищать мою душу или уничтожать меня, мое тело, сразу через какое-то количество времени переродится снова. Не может быть. Как бы сказать? Это все благодаря силе иллюзии. Слушай, хватит нести этот бред и все в этом духе. Ты меня не впечатляешь. Ты просто делаешь предположение, основываясь ни на чем. Ты сама это поняла, не так ли? Когда большой кристалл был уничтожен, моя печать, печать, что была на мне, потеряла свое шеер и умерла. Что? Ты и я. Сейчас мы просто призраки. Лжешь. Ты ведь лжешь, верно, Удзуме? Разве оставшаяся шейр энергия и шейр кристалл, что у тебя и находится, не из-за него ты еще жива? Когда мы сразились с темной богиней, я использовала тот Шейр Кристалл, что был со мной для того, чтобы активировать Шейринг Филд. Помнишь?
Однако, это на меня никак не подействовало. Я действительно была... Я просто являюсь частью, которая отдалилась от настоящей меня. Вот почему, даже если со мной есть шеер-энергия, на мое настоящее тело это никак не повлияет. Мне очень жаль за то, что я молчала насчет этого до этого момента. Удзуме? Цуакеде! Ещё не джигоку не козе, оре. Нани, джигоку но таби мо. Втари нара таноши зе. В любом случае, пойдем в ад вместе, другая я. А знаешь, путешествие до ада вдвоем, возможно, даже будет забавной. Митоменай, 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 митоменай! Сонна кото митомеру моно ка! Орева! Орева! Я этого не приму, не приму, не приму. Я ни за что такое, такой исход не приму. Я просто не могу. Даренимо кизукаренай йони коссори икоу то штан да га. Коре жа ётэй га дайнаши жанэй ка. Я попыталась пойти туда в одиночку до того, как меня кто-нибудь не раскусит в том, что я запланировала. Однако такими темпами мои все планы полетят к чертям. То есть... Ну ладно, тогда сейчас будет последний раз, когда я активирую Sharing Field для вас, ребят, девочки. Ты собираешься использовать свою собственную жизнь? Это единственный способ, чтобы я смогла собрать немного Share Energy сейчас. Однако, если с помощью этого мы сможем ее одолеть, это стоит того. Этого не может быть. Ну нельзя так. Я вернулась за тобой, потому что я хотела добраться до хэппи-энда вместе. Не нужно так отчаиваться. Не пучи. Ты увидишь хэппи-энд вместе со мной. Да уж, счастливый конец. Ты же богиня Планептуни, верно? Тогда защищай игровую индустрию, как настоящая богиня должна сделать это. Вы когда пришли меня спасти, я подумала, какого черта эти идиоты думают. Но я действительно была очень счастлива, увидев вас. Я богиня. Богиней я была в прошлом. Но знаете, иногда прошлое может, конечно, встать на пути будущему и нынешнему. Но если даже так, в таком состоянии я смогла все-таки вернуть свои потерянные воспоминания насчет того, что я была богиней. Поэтому
Я хочу защитить свою страну до самого конца. Позволь мне защитить игровую индустрию. Удзуми-сан. Я понимаю. Хорошо. Пусть этот образ останется в твоей памяти навечно. Это будет доказательством того, что существовала богиня Планептуни. Та, которую зовут Тененбоши Удзуме. Трансформация. О, господи. Блин, она умрет. Хорошо. Всем смотреть на Удзуме. Это мой последний раз. Поэтому не отводите глаз. Шеринг филд. Активация. Да не, Фума, у меня времени просто вообще не было. Удзуме, я обязательно запечатлю в своей памяти навсегда твой образ и твой боевой дух. Если данная Удзуме лишь... Нет. Даже если Удзуме, который сейчас перед вами, я... Лишь кусочек настоящий. Даже если моя другая сторона злая, я все равно Удзуме в конце концов. Господи. Поэтому не беспокойтесь, вы не будете одни. Удзуме будет с вами. Я не приму этого. Я отомщу. Моя месть свершится. Да, обязательно. Ай, финальный босс. Бонкиде, айте о сте сасиагемасу ва. Опа. Ну что ж, в бой. Все как всегда. Да. Итак. О, круто. Намного дальше прыгнуть. Так, а вот Удзуме, ты сиди тут. И зарабатывай драйв, экзи драйв гауч. Так, можно посомнироваться. Погнали. Последняя трансформация. Хотя в каком-то смысле последняя. Потому что потом еще пост гейм. Там еще на арене пофармить, возможно, придется. Ой, не туда.
相手が誰でも私が薙ぎ払う。娘の番だね。あなたに決めましたわ。私に任せて。Нет, стоп. Я наговорил имя нормальный, а не темный. Следующая форма. Следующая программа кидо. Привет, ангел, привет, привет. Рад тебя видеть. Что-то ты редко бываешь. Фумио, жди! Сократ, если честно, как-то не обращал внимания. Потому что вроде бы поднимает, ну так хорошо. Дальше. Серьезно? Я не исчезну, я не могу исчезнуть, я не могу. Да, 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 да. Сдохнет уже наконец. Главное, чтобы не регенилось. А не, это же Нептуни. Ой, трансформация, забыл. Ну, Сократ, она вроде бы поднимает, но насколько, я не могу сказать точно. Надо посмотреть там где-нибудь написано. Не, ну как бы я могу вроде бы сам ей восстановить, хотя не уверен. Трансформация. Тут реально даже бить нечего. Последний босс. Ну,
О, да. Очень страшно, да? Ты нас прям пугаешь. Сейчас, секунду. Короче, Фума, я вот сейчас смотрю, и насчет Анкокубоши, это переводится как, ну, как бы сказать, темный туман. Ну а... А ну а Тенон Боши дословно будет как Уранус. Хотя если покопаться, можно, наверное, найти что-нибудь еще. Да нет, Фуму. Я тоже так думал, но похоже, ну, как я вижу, тут мне подсказывают, нифига. Я не прав. Просто, ну, слушай, если посмотреть, то у этого иероглифа кучу значений. Куча. И в данном случае, при такой комбинации, подходит именно туман. Ну, надо эксперта найти какого-нибудь еще. Ну, как-нибудь, как свяжусь с одним знакомым, я его тоже поспрашиваю. Да-да-да. Ой, вообще-то нужно было перевести. Ну ладно, фиксируй. Ну и что-то насчет того, что я не могу так умереть, я вас по-любому сделаю и бла-бла-бла. Да, конечно. Сдохни ты уже. Еще немного и готово. Там мне нужно 4. Готово, да не ори ты там. Ух. Всем левел ап. И вот с этим я исчезну. Я покину Zero Dimension, Hard Dimension,
А, и Hard Zero Dimension, Hard Dimension со мной. Удзуме, я это навсегда запомню. Запомню существование сэнпая. Я тоже запомню навсегда. Я никогда, никогда тебя не забуду, Удзуме. Удзуме, прости за то, что я не смог тебя спасти. Да не беспокойтесь об этом. Вы же, ребят, будете помнить о меня, обо мне. Этого больше, чем достаточно. И, конечно, мне очень жаль уходить. Но время у меня почти что на исходе. Взрослая Непучи. Позаботься о том, чтобы телепортировать всех. Это место вместе с Zero Dimension и Hard Dimension скоро исчезнут до того, как это случится. Я хочу увидеть, как вы покинете это место. Я поняла. Тогда это действительно прощай. Прощание, Удзуме. А, точно! Подождите секунду. Гьячи, пожалуйста, возьми вот это. Это твой визуал радио? Ты его хотела, верно? Вместо того, чтобы он исчез вместе со мной, я хочу, чтобы он был у тебя. Хорошо. Всякий раз, когда я буду на него смотреть, я буду думать о тебе. Я сохраню его, обещаю. Ну тогда, пошли! Варп! Прощайте, девочки. Оставляю будущее игровой индустрии на вас. Тадайма, Изун. Чэнбу катадзукете. Модотте кита ё. Мы вернулись домой, Исти. Мы разобрались со всем и вернулись целы и невредимыми. Минаса, оцукаре сама дешта. Соште тадайма, зеро джиген то син джиген но шёмец га кансок шимашта. Девочки, спасибо вам всем за усердную работу. И кроме того, я только что пронаблюдала исчезновение Zero Dimension и Hard Dimension. Сока. Узуме ва итта ка. Понятно. Значит, Удзуме больше нет. Удзуме. Десу га акирамеру но ва мада дес. Коре йори Удзуме-сан но фуин о токимасу. Однако, слишком рано сдаваться, терять надежду. Я только что сломала печать на Удзуме. Нани кангайтеру но, Исун? Удзуме ва моу синдан да ё? А? Ты о чём вообще думаешь, Исти? Она же уже умерла. Со десь ё.
Именно, Исти. Разве не будет лучше оставить ей покоиться с миром, чем ломать эту печать и беспокоить ее кого-нибудь? Она же не вернется к нам из-за этого. Как же необычно с вас, вашей стороны, то, что вы сдаетесь так легко. Нептуня, даешь. Ты что, хочешь сдаться, даже несмотря на то, что есть возможность ее воскресить? Лжешь, не может быть! Что ты можешь сделать? Хорват, приветствую. Но... Но как? Нету ни единого человека в игровой индустрии, который помнит то, что она вообще существовала. Вообще-то все помнят Dreamcast. И многие ее любят до сих пор. И спят с ней. Даже если нам удастся воскресить ее, мы не уверены в том, что будет с другой ее личностью. Нет. Мы не уверены в том, что это будет та же самая личность, которая отдалилась от ее основного тела. Я понимаю твой вопрос, Бланк, но сейчас все разъясню. Я не знаю почему, однако люди, которые жили во время эры Удзуме, ее почему-то все еще помнят, включая меня. И кое-какие записи о ней тоже недавно всплыли. Но верные фанаты всегда найдутся. Я поспрашивала много людей, и на самом деле нашлось парочку, которые помнят ту эру, когда она была богиней. И я не встретила никого, кто говорил бы что-нибудь плохое про нее. Даже есть некоторые, которые хотят, чтобы те времена вернулись снова. Да, раньше и трава была зеленее, и все остальное было лучше. Типа того, старпер, короче. Не в обиду никому. Я тоже думаю, что тогда было лучше. Ладно. Это жестоко. Ну, я имею в виду, что я как бы должна радоваться всему этому. Однако, мои чувства, что-то они противоречат друг другу. Ну да, вот, Волтваги, правильно. А что насчет вот ее личности, когда она вернется к жизни? Я ничего не могу гарантировать. На самом деле, учитывая, что ее изначальная личность была под влиянием негативной энергии, есть высокая вероятность того, что она будет воскрешена
с той, с ее истинной личностью. Однако до тех пор, пока у Насти есть визуал радио, что Netgear получила от Удзуме, есть шанс того, что ее истинная личность... Нет. То, что ее истинная хорошая личность сможет вернуться. А вот и рояль. Это правда? Мы действительно можем вернуть обратно личность Удзуме? Правильная личность. Я даже не знаю, как правильно сказать. Ну, в смысле, личность, которой она была отделена. И была хорошей, а не плохой. Хорошую личность, вот, назовем так. И при помощи визуал радио. そのビジュアルラジオは、うずめさんがゼロ次元で、皆さんと共に生きた証です。Не, ну видишь, Тадалуэб, истина считается все-таки та другая. Потому что хорошая Удзуме это была лишь часть истинной личности Удзуме. Тут... Ладно. Ты можешь подумать, что это из рода фантастики, но Visual Radio, что у тебя, это является доказательством того, что Удзуме жила вместе со всеми в Zero Dimension. Лишь немного, но я чувствую, как из этого визуал радио исходит какая-то таинственная аура. И это не является шейр-энергию. Возможно, она может служить спусковым крючком для того, чтобы воскресить личность Удзуме хорошая. それって理論でも何でもなくイースンの願望じゃないの？Это истина. Это же не просто какие-то твои теории там или просто твои личные желания, верно? Окей, Нептюнус さんの言う通りです。かつて彼女と過ごした私だからこそ、そうであってほしいと願っているのかもしれません。Да, возможно, это так и есть, как взрослая Нептуния и сказала. Но, возможно, из-за того, что я все-таки провела с Удзуме кое-какое время, я очень желаю, чтобы это действительно было так. Ой, не пойми меня неправильно, Хисти. Мне как бы нравится твоя мысль. А что насчет тебя, младшая версия меня? Мы же ничего не теряем. Если есть шанс вернуть Удзуме, то очевидно, что это стоит попробовать. Ты права. Если шеер и желания других... Нет. Других людей и наши... И наши существуют, то я уверена, что есть возможность для того, чтобы чудо случилось. Ну хорошо, настало время воплотить чудо в реальность. Да. Удзуме, пожалуйста, пожалуйста, вернись к нам, такой, какой ты была. Все согласны с этим? Ни у кого никаких возражений? Удзуме, спасибо. Для этого, чтобы...
Мы даже отвечать не должны. Это из-за наших желаний спасти Удзуме. Вся игровая индустрия тоже с нами. Ребят, вы хотите спасти Удзуме? Вместе сейчас спасем ее. И наоборот, если мы ее не спасем, то все, кто помогли, тоже не будут спасены. Все согласны с этим? Короче, спасаем ее все. Странная фраза. Да, Бланк и я чувствуем то же самое. Мы тоже, Golden Fjord, этого хотим. Вас, вы даже не должны спрашивать нас об этом. Тогда подключусь к консоли, которая является основной печатью как раз. А также подключу все вещички, которые секретная организация тогда собрала. Ничего себе. Даже если это ритуал по уничтожению печати, почему-то это просто похоже на обычную настройку игровой консоли. Это все как-то сюрреалистично. Да уж, действительно. Обычно. Если мы нажмем кнопку питания, включения, печать должна исчезнуть. Однако, если вот мы еще подключим визуал радио Удзуме сюда. О, визуал радио активировалось. А на экране символ Удзуме. Сан. Теперь активируй это, Удзуме. Пожалуйста. Прими чувства всех. Сократ, она не похожа на то, что ты написал. Она похожа на кое-что другое, что является оригиналом. Dreamcast'а. Такая фигня была. Я никогда не ожидал, что они попытаются меня воскресить подобным образом. Да, как обычно. Не, Пучи, никогда не сдается. Не так ли? Однако, я буду та, кто будет воскрешена. Я не позволю другой я. Я не собираюсь дать другой я тоже этого сделать. Поскольку ты умерла уже однажды, и у тебя пропала вся иллюзорная сила, ты сейчас тоже чувствуешь Шейр энергию, верно? Ну и что? Даже если
У меня нету этой иллюзии. Я потеряла негативную энергию. Моя ненависть по-любому не исчезла. До тех пор, пока эта ненависть существует во мне, ты не сможешь победить. Ты даже неполноценный человек. У тебя шансы нулевые. Ну тогда, даже с нулевым шансом, Тенонбоши Удзуме по-любому попытается это сделать. Ну и чё, один на один битва с темной стороной. Вытаскиваем обои. Хорошо, обомбануло. Нужно было трансформироваться. А, трансформации даже нету. Вижу, ты в отчаянии хочешь выбраться. По-любому. Я десятилетия ждала этого дня. Я не могу упустить этот шанс. И не дам другой я победить. Да, true ending получим. Если этого диалога не было, то мы бы не получили ничего. Вижу, что ненависть тебе очень сильно. Удзуме. Ты должна принять ее. Принять. Да, я поняла, Умио. Эпучи, Гиачи, состе Умио. Маттейте куре. Непучи, Гиачи. Умио, короче, все. Пожалуйста, дождитесь. Подождите еще немного. Скоро я вернусь к вам. Победа. Другую я. Я приняла ее существование. Матасетана, мина! Теннобоши Узуме! Кокони фуккацуда! А извините за ожидание, девочки! Теннобоши Узуме! Воскрешена! Удзуме! Удзуме, ёкатта. Хонтоу ни ёкатта. Удзуме, я рад. Я воистину очень рад. Ёкатта. Ано кое га кикоэта токи ва теккири Анкоку баши Куруме га фуккацу шита като омотта ё. Слава богу,
когда я слышала тот голос, я подумала, что сейчас Анку Кубоши будет воскрешена. Похоже, мы добились успеха. Узуме, твой внешний вид, твоя манера общения изменилась. Однако, какие воспоминания все-таки? Какая ностальгия. Я тут благодаря голосам, вашим голосам, которые помогали мне. Спасибо вам всем, пожалуйста. Я наконец-то дома, игровая индустрия. Ну что ж, а теперь смотреть концовку. Погнали. Это не было еще конец, вы что, ребят? Какой конец? У нас еще там... Дай бог сегодня закончить. Несколько месяцев прошло с тех пор, как Удзуме была воскрешена. А также Hard Dimension и Zero Dimension тоже были воскрешены. И это случилось вместе с воскрешением Удзуме. А и они, в свою очередь, стали независимыми измерениями. Господи, как же мне надоело этот... Ладно, продолжу я дальше читать. Все озлобленные монстры также были уничтожены благодаря военным силам всех стран. Поэтому мир наконец-то вернулся к нам.
女神不在の国を代わりに統治していたことから、いつからか英雄と呼ばれるようになりました。Все богини вернулись в свои страны, а Голденфёрд. Они правят страной в те моменты, когда богини отсутствуют. Они стали своего рода героями. Сате, 皆さんが気になるネプテューヌさんたちと冒険した皆さんですが、その様子をちょっと覗いてみましょう。Ну а теперь, я уверена, что всем интересно насчет того, кто там сейчас с Нептунием, поэтому давайте пойдем посмотрим, что там происходит со другими. Слышь ты, ты че отлыниваешь-то, а? Если у тебя есть время отлынивать, тогда давай иди там. Помоги клиентам, быстро! Да я не могу заниматься такой глупой работой! Даже если компа меня попросила вежливо. Почему, какого черта я должен работать на полставки в каком-то игровом магазине, э? Я бы предпочел пойти на свидание с Компатян. Эх, моя любимая идеальная Компатян. Да, похоже, у Пирачу на уме только одна компа. А что еще новенького тут происходит? Чунко, почему бы тебе немного более вежливее с ним вести себя, вместо того, чтобы вот так беситься? Ты чё несёшь такое? Я просто хочу из Пирачу сделать достойного человека. Короче, достойного мыша. Нет. Достойного человека. Ну, в смысле, достойного мыша. А, она все-таки там себя подправляет потом. Ну, в любом случае, если бы ты была бы немного подобрее с ним, то я думаю, что... шансы сделать его своим у тебя были еще больше. Правда? Ну, я думаю, что... да. Просто у Пирачу такая личность, что... ой, господи, все, хватит меня с этого. Я должна пойти работой заниматься. Эй, так, постой, ты чё? Хочешь пойти там взять деньги у работников, что ли? Ну, знаешь, мне интересно... как ты это сделаешь, что, возможно, я смогу заплатить за кое-какой долг там? Всегда пожалуйста! Любой совет дам тебе за 1000 кредитов. Короче, тут все хорошо, как всегда. Хорошо, сегодня то, что мы пожарили, действительно хорошо вышло. Ну, Ман, хочешь попробовать?
ただきます。ハムハムハムハムハムハムハム。А что это за мясо прямо из манги? Ладно, сейчас попробую. Да, оно действительно очень вкусное. Даже прямо слов нет. А что насчет тебя, Эсуши? Жарит, делают, короче, шашлыки. Делают, круто. Я не заинтересована. Самое важное, это наша следующая цель. А, точно, ну дальше мы направимся в городе, где там алхимики есть, верно? Ну, если отсюда, то в течение дня пешком мы как раз доберемся. Понятно. Извини, что я попросила тебя быть нашим гидом. この子、物事を風水で決める癖があって、その結果に騙されやすいのよ。Извини, Шиша-сан. У неё, к сожалению, есть... У нее, короче, все делается обычно по фэншую. Поэтому ее очень легко одурачить. Ладно. Совсем недавно она верила в фэншуй. Переехала из города Шинджуку. Иша ва онику о табетанатте иру. Табемасу ка? Хай. Иша, хочешь ли ты съесть мясо? Ты его съешь? Да, нет. Да? Опять эти варианты. Втори тому дамар. Заткнитесь. Вы двое. Иша. Да блин, с каких пор у тебя такие странные техники появились? Да, Исуша, ты вообще не изменилась. Ну ладно. У охотников много чего происходит в последнее время. Поэтому у меня есть свободное время, поэтому я с радостью готова быть вашим гидом, куда вам нужно. Эти опять порнуху смотрят. Господи! А, Стимакс! Да ты посмотри на это! Ты посмотри. Тут новые снимки с Верт. Блин, они просто замечательные. Спасибо тебе. Ну, Фумо, ну да, она типа охотником работает. Да, как и ожидалось от того, которого называют представителем пышногрудных блондинок.
всегда понимаешь, что фанаты хотят. А Фума, они же являются поклонниками пышногрудых блондинок. Какая нуар? И это еще не все, Шогун, вы че? Вот смотрите, тут в груди было сделано очень... как это? Слово. Сейчас, секунду. Посмотрите, вот эта область, тут была использована очень, очень гибкий материал для груди. Поэтому они очень хорошо воспроизвели мягкость грудей. У них там искусственная грудь, походу. Что? Я чувствую это. То, что это будет предмет, который будут продаваться как горячие пирожки. Даже у тех, кто не идут по пути пышногрудых блондинок. Но и у нормальных людей тоже. Хорошо, тогда я немедленно это размещу в какой особой статье нуар, который я получила у Кейша. Так, а ну стоять! Спалились. Слышь, вы, может, перестанете публиковать всякую информацию, всякую хрень, короче, касательно моих отношений с Кишей, э? Благодаря этому все в Last Station говорят, что я люблю девочек. И то, что... Нет. И даже говорят о том, что я... поставила глаз на старшеклассниц. Вы что, вы такое говорите? Все, что я... все статьи, что я пишу, это полная правда. Я все это получаю слово в слово... в пересказе от Кейши. Именно, Нуар-сан. Нуар-сан, я на самом деле рассказывала все, о чем мы говорим, и все, что мы испытываем вместе, Шогуну. Я просто хочу, чтобы больше людей знали, насколько мы близкие друзья. Правда? Слушайте, независимо от того, как вы смотрите на содержимое, что там написано, это больше похоже на парочку, чем на друзей. Все нормально. Даже если вы сейчас будете говорить о том, что вы нам помогли и как бы мы у вас в долгу, если вы зайдете слишком далеко, то я вас арестую и посажу за решетку без каких-либо вопросов. Поняли?
Но я же ничего такого не делаю. Я же просто тупо копирую и вставляю документацию документов, что я получаю от Кейша. Просто копипаст. Кейша-сан, она использует Сёгуна для того, чтобы воссоздать то, что на самом деле у нее нет. Да. Все-таки большая грудь хорошо, но я люблю плоскую. Ну, кстати говоря, плоская. Аблан-сама, я принесла вам горячий чай. Спасибо, финансы. Что вы пишете? Это не похоже на документов касательно работы. Ну, я подумал, что это будет хорошая идея написать пересказ приключения, что было с нами в прошлом. И сделать книгу. Писать новеллы, конечно, это прекрасно, но и писать нечто, что основано на реальных событиях, тоже хорошо изредка. Ты так не думаешь? Даже... Нет, Фуму, это Стимакс. Даже тогда, когда наш период правления как богинь закончится, до тех пор, пока эти книги будут существовать, память о нас тоже останется. Вау, это же просто замечательно. А слушайте, а я тоже буду в этом рассказе? Короче, ребят, мы поняли самую главную тайну этой игры. Ее Бланк сделала. Все. Ну, конечно. И Шиша, и Ром, и Рам, и революционная армия. Все они появятся там. Привет, Рюжи. Тедлвеб, ту сранее не проходил. Теперь, когда ты упомянула об этом, интересно, как там у Ромы Рам? Я отправила их к Верт, чтобы я смогла без каких-либо проблем писать. О, все, пока! Ребят, ну посмотрите, насколько она счастливая. Ну, Верт. Реально, она просто на седьмом небе от счастья. Версан, а почему все вот эти парни вот в этой книжке голые? О, господи! А разве им не холодно? Они же могут так просудиться, не? Господи, она развращает детей. Пожалуйста, посмотрите внимательнее на это. Посмотрите, они очень мускулистые. Это является доказательством того, что они усердно тренировались. А это означает, что даже голыми они никогда и ни за что не могут простудиться. О, кинник, сугой, не? Господи.
логика. Вау, мускулы — это круто, не так ли? Да, быть мускулистом — это круто. Зорето Рамчан, матакси о ёбу токи ва Бэйру онэчан ка Бэйруччи десу ва ё. О, Ром, когда ты обращаешься ко мне, говори старшая сестра или Вэруччи. Хорошо? Привет, Айди Блэйд. А, ну почему? Ты же не наша старшая сестра, Вэр. Вот оно как. А я тут как раз приготовила кое-какие сладости, очень вкусные, причем для тех, кто будут как-то связаны со мной. Какая жалость. Да-да, я хочу есть. Могу я их попробовать, сестренка Вэр? Сестренка Вэр, я тоже хотела бы попробовать конфет твоих. Ну тогда давайте вместе поедем. Все, ребят. Все. Продажные лоли. Да? Они продались за сладости. Все. У Вэр появились сестры. Две. Сразу. Господи, ну почему сестра где-то бродит и отлынивает от работы? Господи, эта стопка документов не становится меньше. Я не могу немного потусить Снэпгирд, когда у меня столько работы. Господи, это ж просто ужасно. Кстати, это первый раз, когда мы видим комнату Юни. Ну, хз, по-моему, да. Тогда, позволь мне тебе помочь. Ребят, пошло. Эй, постой, ты чё внезапно так ворвался в мою комнату? Прошу прощения. Это моя комната. У тебя хватило яиц войти в комнату девушки без разрешения? Что? Это ваша комната, Юнидан? Госпожа Юни. Сейчас, секунду. Так, такой декорационный стиль вам по вкусу. И все эти древние ружья. И этот запах, что находится во всей этой комнате, это госпожа Юни. Секунду. Сейчас будет взрыв. Стимакс, слушай, какое тебе больше нравится из этих? Штурмовая винтовка? Гаутлинг оружие? Или антитанковая винтовка? Противотанковая.
агиру ва. О, господи. Мы такую юнь еще никогда не видели. Потому что я возьму твое любимое оружие и пристрелю тебя прямо в голову. Да шучу. Ты просто мне поможешь, я сделаю вид, что я ничего не слышала. Однако... В следующий раз, когда ты войдешь в мою комнату без разрешения, тебе лучше быть готовым к последствиям. О, господи, нифига себе. Вот Юни дает. Ну а теперь посмотрим, что там с Нептуней. Блин, тишина и спокойство. Это действительно просто замечательно. Теперь меня ничего не сможет отвлечь от того, чтобы я наелась пудинга. Компа, еще один пудинг, пожалуйста. Да, слушай, не, давай лучше весь холодильник сюда приноси. Господи, ты такая обжора, Непу-Непу. Ты так много ешь. Знаешь, ты потолстеешь. Знаете, мне нравится, как разговаривает Нептуния. Она разговаривает, ну, знаете, как... Не знаю, чувак из подворотни какой-нибудь. Слышь, чувак, иди сюда, я тебе помогу. Сейчас мы пудингом... нажрёмся и так далее. Вообще замечательно. Беззаботно. Да, точно. А кто вчера же жаловался Ване из-за того, что начал набирать вес, а? Эй, ну на самом деле весь вес, что я набрала... Вчера как бы исчез, и я вернулась в нормальную форму. Сегодня утром. Не может быть, только не говори мне, что ты такой человек, который не становится толстой. Нет, не становится. Постой, сестра, неужели причина, почему ты вчера ночью постоянно включала режим богини и возвращалась обратно в норму, это из-за... Ох, умная, как всегда, Непгир, как я ожидался от тебя. Я сожгла очень много калорий, просто трансформируясь. Так что я типа попробовала диету режима богини. Палево. Да уж. Диета с помощью режима богини. Я, конечно, видел очень много богинь на свою голову, однако такие, как Нептуния, что используют трансформацию для диеты, это мой первый раз. Ну смотрите, Нептуния реально молодец. Использует все, что у нее под рукой, в свою пользу, независимо от того, что это такое. Непу-Непу определенно села на диету, Непу-Непу определенно похудела.
Кстати говоря, я тут вспомнил, а разве Удзуме и остальные не должны скоро вернуться? Точно, она же вроде бы отправилась... Нет, точно же. Она же отправилась в путешествие для того, чтобы увидеть всю игровую индустрию. Как она изменилась с тех пор, как ее запечатали. Ну, Фума, ну как-нибудь они договорились там. Кто-то кого-то побил там, насиловал. Она сейчас, она же вместе со взрослой Непу, Неп и Умио. Но она сказала, что начинает все с нуля и ушла куда-то, ну, со взрослой версией меня. Понятно, так значит сегодня они наконец-то вернутся домой. Да. Церковь наша действительно стала очень оживленной. Нет, станет очень оживленной снова. А вот и мы! Мы вернулись! Мы дома! О! А вот они и вернулись! Да уж! Прямо как мы и думали. Воу-воу-воу, что происходит? Господи, провалилась с варпом, походу. О, блин, задница болит. А все хорошо, Удзуме? Это очень странно. Мне показалось, что я поставила нужные координаты вроде бы. А, так значит, это была твоя вина, Куротя, не так ли? Это могла быть только Нет, это могли быть только твои проделки. Хе-хе, всегда рад вам помочь. Это вам за то, что вы, сволочи, держите меня запечатанным в этой книге. Если вам это не нравится, то давай поспешите и освободите меня уже отсюда. Хе-хе. На самом деле, если ты будешь делать вот так и дальше, то я вообще не подумаю о том, чтобы когда-нибудь тебя освободить. Слушай, на самом деле, я хочу сейчас тебя булавкой тут закрыть на какое-то время. Да, точно, я уже потеряла счет того, сколько раз наши координаты... были немного не такие, какие нужны были. Ну, слушай, ты из-за этого... Нет, слушай, тебя из-за этого могут очень серьезно наказать. Взрослый Непуч, слушай, я думаю, тебе стоит использовать вот эти. Один мой знакомый дал их мне... с которым я подружился во время нашего путешествия. Я думаю, что они как раз подойдут для Куруар. Ой, все что угодно, но не это. Блин, вы что? Я, мои крылья, они очень деликатные, вы че? Ну, знаете, как бы... А, точно, мы же только домой вернулись. Йоу, девочки, давненько не виделись. Вижу, ты, как обычно, бодрячком, Удзуме, да? Ну, скажи мне, как тебе игровая индустрия после нескольких десятилетий? И да, замечательно. Все были очень добрые. И мир.
снова замечательный недобор. И слушайте, послушайте это. Мы встретились со стариком, который помнил меня. Нет, вспомнил меня во время нашего путешествия. Потом, когда мы услышали его рассказ, все обернулось таким образом, что когда он был маленьким ублюдком, он называл меня глупой. Однако, он купил игровую консоль, что мы с Умио как раз ему толкнули. У нас просто замечательная компания по продаже пошла. Но что самое важное, это то, что обо мне помнили, даже несмотря на то, что история была переписана. Знаете, это из-за этого у меня аж слезы идут. Так значит, это был кто-нибудь, кто тебя вспомнил? Вау, это действительно круто. На самом деле, он не единственный, кто меня все еще помнил. Там также еще был... Озуме. Конечно, это очень хорошо рассказывать, что у тебя было в путешествии. Но ты не забыла там поприветствовать еще кое-кого? А, точно, да. Извиняюсь. Я дома, ребята.